Всем привет, колоночка LG. Вот такая вот модель. УК-65, что-то такое. Короче, как разбирается. В интернете не знаю, не лазил, не смотрел. Короче, разбираем. Вот эти крайние болты откручиваем. Уже пока дошло до меня. И вот здесь по два болта, вот здесь в ручках. Здесь и с другой стороны. Потом дальше вот так отстегиваем эту. Значит, получается вот так это, значит, от себя и это от себя. Сейчас вот эта штука приподнимается, верхушка немножко. Блин, я штука разбирал вроде. Что-то где-то держит ее. Такие тут защелочки. Вот она получается вот так вставляется. Так, и вот у нас. Вот они наши болты. Еще два. Боялся, что здесь болты, а здесь просто защелки оказываются. Так же вот так берем ее, вот так, только аккуратно, сильно не тянем, там шлейфа. Вот, оказывается, все намного проще. Вот я одну сломал защелку, даже две. Подклеим, подпаяем что-нибудь сейчас. Вот они наши защелки. Короче, вся фигня была в защелках. Вот, смотрите, наворотили, блин. Надо такую конструкцию, я вообще не понимаю. Зачем? Давайте маленький беглый обзор конструкции. Зачем вот эти ряды этих металлических жестяных корпусов? Зачем? Если можно один корпус, допустим, сделать. С одной стороны усилок, с другой стороны блок питания. Посередине DVD. Блин, этажи. Сейчас теперь, чтобы добраться до блока питания, верхушку надо. Ну, тут, в принципе, недолго, но все равно. Вот надо подкручивать. Ой-ой-ой. Прежде чем говорить цену ремонта такой колонки, хотя бы посмотрите этот ролик. Ну, на этом все. Всем пока.